Всем привет, с вами Даниил Ильич. Сегодня на обзоре у нас новинка от компании SmartBuy. Это PCIe 3.0 SSD накопитель серия Stream P12 объемом 1 терабайт. Кстати, данный SSD можно купить по хорошей, привлекательной цене, ссылочку оставлю под этим видео. Давненько на канале у меня не было PCIe 3.0 SSD накопителей, что ж, исправляюсь. Сегодня посмотрим, на что способен новый SSD Stream P12 от компании SmartBuy. У меня в руках старшая по объему версия, и здесь, конечно же, самые высокие скорости на чтение и запись. 3500 на чтение, 3100 на запись. Великолепные результаты для PCIe 3.0 SSD накопителя, особенно по той цене, которой продается этот накопитель в объеме 1 терабайт. Что касается начинки, нигде никаких данных нет. Но, как мы с вами увидели на распаковке, то здесь у нас стоит контроллер Maxio MAP 1202, контроллер известный, контроллер безбуферный. Ну и здесь у нас чипы памяти от UMTC. Это все видно по маркировке YM первые буквы, и соответственно интересно, что же эта связка нам сможет показать. Но забегая вперед, так как подобная связка на тестах уже была, здесь у нас будет небольшой буфер в районе 10% с максимальной скоростью записи, потом скорость снизится, но не упадет там в пол, а снизится примерно до 800 000 мегабайт в секунду, и на этой отметке будет держаться. Возможно, снижение будет еще одно, но это мы с вами все проверим. Поэтому устанавливаем наш SSD и переходим к тестам. SSD накопитель SmartBuy Stream P12 объем 1 терабайт установлен. Переходим в управление дисками для инициализации нашего нового SSD. Далее форматируем наш накопитель в файловую систему NTFS, как всегда. Ждем завершения. Все отформатировалось супер. Чистый объем у нас 953,85 гигабайт. Операционная система кулит до 953. Закрываем все ненужные нам окна. Запускаем Crystal Disk Инфо, смотрим, что же по нашему накопителю Е. Моделька определилась верно. Супер, хосты чтения записи по нолям, 0 часов работы, одно наше первое включение. Перед нами абсолютно новый SSD накопитель. Итак, температура 37 градусов под здоровенным радиатором, который контроллер Maxio MAP 1202 у нас покрывает не полностью. Но посмотрим, что будет у нас в процессе тестов. Ну и для контроля за температурой запустим CPU-ID хардовый монитор, где сворачиваем все ненужные нам устройства, кроме нашего SSD от SmartBuy. Отлично, и таким вот образом будем наблюдать. Мы с вами знаем, что здесь у нас начинка на контроллере Maxio MAP 1202, но сомневаюсь, что в базе данных AIDA64 мы с вами увидим какую-либо начинку. Да, не указано, но определяется, что контроллер у нас все-таки Maxio. Поэтому давайте еще посмотрим на количество температурных датчиков на нашем SSD. Датчика у нас здесь два, датчики разные. У нас максимальная температура из двух датчиков показывается. Супер! Ну и давайте проверим наш контроллер утилита от Вадима Очкина и посмотрим, что же за чипы памяти у нас здесь. Судя по маркировке, это YMTC, наш накопитель 0. Да, друзья, Maxio 128-слойный YMTC TLC чипы памяти и контроллер MAP 1202. Ну а теперь возвращаемся в AIDA64 для того, чтобы перейти на тест линейной записи нашего SSD и посмотреть, как ведет себя накопитель в процессе непрерывной записи на всем своем объеме. Запускаем и ждем. Ну а пока у нас тут тесты, перейдем на официальную страничку нашего M2 SSD накопитель Stream P12 New. До 3500 на чтение, 3100 на запись. Это у нас PCIe 3.0 SSD накопитель. Объем бывает от 128 гигабайт до 1 терабайта. Ну и у нас максимальная версия по объему и, соответственно, максимальной скорости. Ресурс 512 терабайт и 3 года официальной гарантии в России. Так что здесь все в полном порядке. В остальном ничего необычного. Итак, тест у нас подходит к концу. Температура 41 градус. Ну, понятное дело, что у нас SSD максимум по температуре, скорее всего, показывает в самом начале, где максимальная скорость, а потом скорость снижается, а здесь уже просто, наверное, на поддержке. Что касается графика, типичный график для данного контроллера. У нас есть SLC кэш примерно 8%, где у нас максимальная скорость почти 3000 мегабайт в секунду, потом скорость снижается. На тесте реальной записи, я думаю, мы увидим то же самое.
но все проверим, потому что сейчас здесь версия теста линейной записи стоит старая с AIDA 64 версии 4.2, и график у нас, как правило, совпадает с тем, что мы видим на реальных тестах. Сворачиваем полученный результат. Снова нам необходимо через управление дисками инициализировать и отформатировать наши SSD. Выполняем оптимизацию, делаем паузу 15 минут, после чего запускаю оставшиеся синтетические тесты. Итак, результаты получены. Давайте начнем с Crystal Disk Mark по традиции. При заявленных 3500 на чтение, 3100 на запись. Чтение у нас чуточку не дотягивает, но можно считать заявленные производителем скорости подтвержденными. Запись у нас опять же выше, чем было заявлено, так что здесь все в полном порядке. Но, несмотря на то, что перед нами PCIe 3.0 SSD накопитель, стоит отметить великолепное значение по случайному 4К чтению 80 МБ в секунду. Для безбуферника это круто. VS SSD Benchmark накопитель набирает 4760 баллов. Здесь значение хорошее для безбуферника, тоже вопросов нет. А вот в ATO Disk Benchmark вы посмотрите на скорости мелкоблочки. Прямо очень крутой результат, причем запись даже выше, чем чтение. Вот здесь прямо зачет. Что касается 3D Mark, 2785 баллов для безбуферника хорошее значение. Ну и если мы посмотрим на PC Mark 10, то вот я сделал первый квик-тест, мы получили 2101 балл. Потом я сделал полный тест, и я удивился тому, что на полном тесте у нас значение получилось выше, чем на быстром тесте. Я сделал квик-тест снова, значение подросло, но все равно ниже полного теста. И вот это очень интересно. Что ж, с синтетическими тестами разобрались. Показываю вам операции ввода-вывода, которые мы здесь получили. Можем сворачивать и переходить к тесту на реальную скорость записи. Для этого, как обычно, копируем папочку Render, объем 100 ГБ. И давайте смотреть, что же будет у нас по скорости до заполнения SLC-кэша. Это у нас 2,5 ГБ в секунду. Отличный результат для безбуферника, и тем более PCIe 3.0. Ну и давайте посмотрим, что будет дальше. И в конце записи первой папки у нас скорость снижается до 1,2 гигабайта в секунду после записи 80 гигабайт. Что ж, очень интересно. Ну и давайте посмотрим, где у нас скорость устаканится, на какой отметке. Так, пошла у нас запись второй папки. 0,900 мегабайт в секунду, 1,3 гигабайта в секунду. Посмотрим, что будет к концу записи второй папки. Ну и пока у нас подходит к концу запись второй папки, давайте откроем тест AIDA 64 и посмотрим. Да, примерно в этих же значениях у нас были колебания после заполнения SLC кэша. Да, все так же 8%, примерно 80 гигабайт. И собственно сейчас мы с вами видим 1,2 гигабайта в секунду. Скорость вроде как устаканилась. Интересный результат. Ну давайте запишем еще третью папку, посмотрим, что же будет там. Ну и на записи третьей папки у нас все стабильно, 1,2 гигабайта в секунду. Очень хороший результат для безбуферного SSD на контроллере Maxio. Дальше заполнять SSD не вижу никакого смысла. Сейчас сделаем тесты на платформе AMD и потом попробуем SSD разогреть и проверить на тротлинг. Итак, на контроллере у нас сейчас 41 градус. Пошла у нас температура потихонечку вниз, но давайте наш SSD разогревать. Начнем с утилиты ATO Disk Benchmark и посмотрим,
как сильно эта утилита сможет наш SSD разогреть, точнее контроллер этого SSD. Итак, тест у нас подходит к концу. 67 градусов у нас на поверхности контроллера. Утилита показывает температуру 45 градусов, 44 градуса уже. Но давайте не будем на этом останавливаться и скопируем папочку Render 100 гигабайт на наш SSD и посмотрим, что будет по температуре. Температура у нас пошла вниз, пока была пауза, я ничего на SSD не копировал. И видим, что у нас температура резко восстанавливается и уже 66 градусов. Смотрим, что же будет у нас дальше. Ждем снижения скорости после заполнения SLC кэша. Здесь у нас получается отметка уже не 80 гигабайт, а чуть больше, почти 90. Скорость падает. Смотрим, что же у нас будет дальше. Температура у нас держится на отметке 66 градусов. Для контроллера, это я считаю, для поверхности контроллера безобидная температура. Ну, давайте скопируем вторую папку, посмотрим, что-то у нас изменится или нет. Потихонечку температура держится на отметке 66,6 градусов. К концу записи второй папки у нас 68,5 градусов. К концу записи третьей папки у нас практически 70 градусов. Ну а к концу записи четвертой папки у нас 70,7 градуса. Очень медленно у нас растет температура. То откатится назад, то немножечко добавит. Не вижу смысла дальше заполнять SSD. Температура у нас все равно не критичная. И если бы тротлинг и мог быть, то как бы мало кто будет заполнять за раз непрерывно 400 гигабайт. Еще и копировать с другого быстрого SSD накопителя. Так что я считаю, здесь контроллер со своей задачей справляется. И в теории даже можно использовать его без радиатора. Давайте подводить итоги. Тесты сделаны, результаты получены. Данный SSD также был протестирован на тротлинг. И тротлинга мы здесь не увидели. И при этом, несмотря на то, что максимальная температура у нас была 45 градусов по датчику встроенному, то на поверхности контроллера мы увидели с вами отметку 70 градусов. Да, мы сделали тест от Autodesk Benchmark, который хорошенько разогревает SSD. Потом мы начали SSD заполнять и записали 400 гигабайт. Но при таких условиях без какого-либо радиатора данный контроллер на поверхности нагрелся до 70 градусов. Это, я считаю, результат хороший. И в принципе этот SSD можно использовать и без радиатора. Но я все-таки рекомендую радиатор вам ставить всегда, чтобы SSD всегда показывал стабильные результаты. Что касается начинки, да, все полностью подтверждается. MAP1202 и соответственные результаты в AIDA64 мы получаем точно такие же, которые видим на тесте реальной записи. 2,5 гигабайта в секунду до заполнения, 1,2 гигабайта в секунду после заполнения SLC кэша. Буфер у нас получается примерно 80 гигабайт на пустом SSD накопителе. И, блин, результат для безбуферного SSD накопителя, пусть и PCIe 3.0, все равно хороший. Здесь производители, конечно, сделали шаг вперед, и хорошая связка контроллера и памяти дает свои плоды. Что касается синтетических тестов, то здесь у нас все полностью подтверждается. 3500 на чтение, 3100 на запись. Да, на Intel чуть не дотянуло, на AMD у нас все стало хорошо. Но не стоит забывать, что перед нами PCIe 3.0 SSD накопитель, а на случайном 4К чтении на платформе Intel мы видим 80 мегабайт в секунду. Это круто, да. VS SSD Benchmark, SSD набирает хорошее значение, да, на Intel выше, чем на AMD. И, друзья, подходим к тесту VS SSD Benchmark, и просто великолепные скорости на мелкоблочке платформа Intel показывает с этим SSD. Это прямо круто. На AMD тоже хорошо, но пониже. Игровой Benchmark 3D Mark выдает нам примерно идентичные результаты, неважно на какой платформе, Intel или AMD. Ну и в тесте PC Mark 10 SSD показывают достойные результаты для безбуферного NVMe PCIe 3.0 SSD накопителя. Здесь у меня тоже никаких вопросов нет. Здесь единственное было удивительно увидеть на быстром тесте результат ниже, чем на полном тесте. Когда обычно на топовых даже PCIe 4.0 SSD накопителях
все наоборот. Ну и после всего, что мы с вами сделали, пора подводить итоги. Да, это безбуферный PCI 3.0 SSD накопитель. Но он показывает великолепные результаты, если мы посмотрим на топовые PCI 3.0 SSD, которые давным-давно уже производятся, выпускаются, то этот SSD в рамках SLC кэша, мне кажется, даст фору многим. Конечно же, такие результаты мы получаем за счет связки контроллер и память. Maxium MAP1202 безбуферный и 128-слойные чипы от OMTC. Так что, если вы ограничены в бюджете, но все равно хотите себе NVMe SSD накопитель, то смело можно обратить внимание на SmartBuy Stream P12, который в принципе можно использовать даже без радиатора. Но лучше радиатор все-таки поставить. Ну а на этом у меня все. Обязательно ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт Pro SSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну и для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот SSD, ссылочку оставляю под этим видео.